изначально заявлено это сопротивление было как народное, правильно? Против фашизма, против чиновничьего произвола и так далее, так далее. Но на самом деле я вижу, что когда ведутся договора, переговоры и все остальные прочие встречи именно с теми, против кого мы боремся, то невольно встает вопрос, так против кого же мы боремся, если мы с ними ведем переговоры? Как можно вести переговоры с врагом, которого завтра необходимо сместить? Смысл в этих переговорах какой? Не проще ли его действительно просто сместить и установить народную власть, как это должно быть? Я так считаю, губернатора можно избирать тогда уже человека, когда действительно власть всей области принадлежит именно этому человеку. Когда он действительно может управлять этой областью, этим регионом. До тех пор, пока этого нет, о каком губернаторстве может идти речь? Были уже у нас, вы видели, да, и президенты появились, и губернаторы перед этим были тоже народные. И что? Первая цель – это народовласти, правильно? Смена власти на народную, с узурпаторской, продажной, на ту власть, которую хочет народ, которую он требует. И только после этого можно избирать действительно губернатора, который будет представлять эту власть. Интересно. Во властных кабинетах. Дело в совести, в чести. И не надо выдумывать что-то очень сложное, замудренное. Есть два действительно вопроса, которые затрагивают интересы населения и будоражат сейчас эту всю проблему. Это то ли мы остаемся в федерации в составе Украины, то ли в составе федерации переходим под юрисдикцию Российской Федерации. Все, два единственных вопроса, которые сейчас интересуют население Юго-Востока. Больше никакие. По-моему, было бы честно и достойно со стороны всех, кто заявляет, что мы боремся за интересы народа, со стороны тех же нынешних властей тоже дать возможность высказаться народу именно по тем двум пунктам, которые они требуют. Так было бы и честно, и действительно можно было бы обойтись без кровопролития. Это факт. Меня многие обвиняют в том, что я призываю к кровопролитию, но немножечко забывают о том, что перед штурмами я всячески призывал этого не делать. Потому что мы уже стояли на политических платформах, которые были заявлены как платформы, не выходящие за рамки правовые. И у нас были все возможности добиться своих результатов именно таким путем. Абсолютно все были возможности. Но так как никто не прислушался и сделали все по-своему, не знаю, может специально, может случайно, по порыву, теперь мы что имеем, то имеем. И отталкиваясь уже от этой ситуации, теперь уже, извините, меня обвинять к тому, что я призываю к кровопролитию, ну просто как бессмысленно. Не я первый взял оружие в руки. И у меня до сих пор его нет в руках. Да, мы сейчас организуем народное ополчение, потому что я считаю, население наших регионов должно хотя бы уметь себя защитить, прежде всего. Нападать мы ни на кого не собираемся, но те люди, которые посмеют даже подумать об этом, они должны знать, что население Луганщины сможет себя защитить в любой момент, в любом случае и при любых раскладах. Есть просто два крылатых, я бы так, даже не крылатых, два простых, доходчивых слова. Живи по совести. Живи по совести, и все будет замечательно. Не нужно будет никаких подковерных мышиных бегов, не нужно будет никаких тайн, споров, интриг. Просто живи по совести, живи с народом. Будь ближе к народу, и все будет нормально. Никаких проблем не будет, я точно знаю. Что нужно нашему народу? Достойная жизнь, достойная работа, денежное удовольствие для того, чтобы можно было содержать свою семью. Хватит, не нужны эти переговоры никому. С кем они ведутся? С бездельниками! С бездельниками! Долой чиновника и депутата, который предал народ! Долой! Долой, Левкат! Долой! Объединяйтесь в ополчение! Область будет наша!